Быть в послушании слугой или прислугой намного проще и легче, чем царям. Начальствует некто очень глупый и только портит государство зря. Простым не каждому известен страшный зуд пробраться на вершину общей власти. Такой весолом вначале мил, не груб, потом сглотнет всех вил своей картавой пастью, сметает всех при восхождении к цели, отрава, выстрелы, подкопы и насилие. Кастрировали где-то, глаза не уцелели, у свергнутых, которых походя казнили, власть. При ней так страшен станет гном, умеющий награбить миллиарды, на ощупь континенты даже днем, когда на пьедесталы взгромоздится карлик. Почти что каждый, по большому счету, хотел бы царствовать в своей гнилой ячейке и на курином месте хвастаться пометом, превозносясь над равными хоть чем-то. Ахозия. Когда-то был в Иудее царь, детишек туча от бесчетных жен, но вот погиб он, как случалось старь, был Иуем маршалом сражен. И мать Ахозии, Гафолия змея, тотчас внучат незрелых истребила. Ее нельзя прилюдно осмеять, спасти наследников из пасти крокодила. Властолюбивый Ленина, властолюбивый обрящица едва ли, под стать найдется бесталанный Сталин. И Гитлера любили, царствовать призвали. Другой драгон его в Рейхстаге свалит. Беспроигрышно царствовать над собственным грехом, и силу даст к тому Иисус воскресший. Он верный истины и на коне верхом, но на ристалище за ним успеет пеший. 28 июня 2007 года.